Не так давно в Одинцовском районе завершились профилактические работы на котельных. Они проводились для того, чтобы вовремя подать тепло в социальные объекты и жилые дома. Ведь крепкая система вода и теплоснабжения – залог комфортного начала осенне-зимнего периода. Дмитрий Голубков посетил котельную, которую обслуживает Одинцовская теплосеть, и оценил эффективность ее работы. Сегодня вот мы здесь, на котельной, одна из, ну, скажем так, одна из самых важных, одна из самых крупных котельных Одинцовского района. Она находится, можно сказать, в хорошем состоянии, готова, прошла все необходимые регламентные ремонты и обеспечена резервным топливом, что очень важно, и готова к подаче тепла. Осень не особо радует подмосковный регион теплом. По прогнозам синоптиков, погода будет только ухудшаться. Именно по этой причине было решено дать старт отопительному сезону в конце сентября. На сегодняшний день тепло уже есть в школах, детских садах и медицинских учреждениях. С конца прошлой недели начали отапливаться и жилые многоквартирные дома. При пуске тепла на жилой фонд возможна ситуация, что не во всех жилых домах тепло появится сразу. То есть для этого бригада, которая работает по жилому фонду, должны будут произвести развоздушивание систем, хоть они и заполнены на сегодняшний день, но возможность прихода воздуха в дома есть, и это бывает каждый год, но это вопрос 1-2 дней. Я надеюсь, что предстоящий зимний период пройдет успешно, мы к нему готовимся, и тепловики, и газовики находятся в состоянии готовности. На данный момент в штатном режиме работают все котельные и центральные тепловые пункты. В течение этой недели тепло появится в жилых домах района. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».